Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 19 за историю. Но сейчас в данный момент мы играем за Ким Хантера. Ну что? Да, это мы только не смогли сделать. Так, у нас тут много. Гардероб у нас. Ух. Тьма просто. Футболочек давайте. Дай тебе это оденем. Так, курточки. А может курточку какую-нибудь? Вот такую, да? Вот это покласснее будет. Да не, это мне не особо нравится. Во. И тут что-то покруче есть? О, вот это покруче, да? Да, подписчиков я не знаю, сможет тут миллион набрать. Так, внешний вид и только новая надежда. И форма. А что может в форме? Бутсы? Офигеть, бутсы. Есть, так, лента. Но, бля, только не эта фигня. Ой, блин, нафига нам это надо? Вот почему они сразу не открытые, а? Все, слава богу, я тут ничего менять не буду. Пускай так и останется. Ну что? Конечно, дебютный матч мы не забили, но мы только в запасе вышли. Погнали дальше, у нас дальше полоса препятствий, там еще что-то тренировочка будет. Тренировочку после тренировки, я не знаю, может там игра будет у нас. Сегодня мы работаем над контролем мяча. У нас самые талантливые игроки в мире. Давайте сделаем так, чтобы у нас не отобрали мяч. Ух, ё-моё. За мной-то побежит? Нет. Слава богу. Ну, это вообще перебор. Ну, куда ты так побежал-то? Это твой мяч! Давай на мяч! Да? Спасибо большое. Ой, блин, Ким, а. Контролируй мяч! Ну, на отлично прошли, замечательно. Продолжаем дальше. Если вы не выкладываетесь по полной в каждом рывке, вы и свое, и мое время тратите впустую. Еще раз. Хантер! Главный тренер считает, в первой игре тебе было тяжело. Согласись, она права. В твоем возрасте это в порядке вещей. Она хочет, чтобы следующий матч ты начала в запасе, хорошо? Так что смотри, учись и запоминай. Даже если не играешь, учись всему, чему можешь. Конечно. Но я надеялась попасть в состав, чтобы показать, на что способна. Решение главного окончательное, Хантер. Заебись просто, блядь. Чему не забили гол? Что? Я, кажется, не расслышала тебя, Хантер. Ты не согласна с решением руководства? Нет, просто я подумала, что смогу больше дать команде, я... Знаешь что? Талант у тебя есть, этого не отнять. Но вот отношение к делу... Сомневаюсь. Тренер, я не пыталась... На позиции! За следующее упражнение благодарите, Хантер. Ну не слишком быстро они бегают, да? Очуметь просто.
А если мы забили гол, что было бы все прекрасно, что ли? И чё? Да, блядь, промахнулся, называется. Ну как ты вот по ней мог промахнуться-то, а? Бля, заебись. Даже бонус. Ну, конечно, гол не забили, но фиксимся, у нас же это сделали. Это просто замечательно. Короче, сборная ей не везет. Потому что я играю за нее, да? Хм. Дарья. Ким, сегодня ты просто превзошла всех. Рада это видеть. Да, заебись, нам взамен опять засунули. Офигеть просто, блин. Очуменно. Что только мы не делаем хорошо, но все равно замену. И так они наиграны в том смысле. А, может, типа того, блин, если мы выиграли, может, она сказала бы об этом. Молодчина. Но со мной ты в запасе будешь. Мы вообще почти не в резерве сидим. Офигеть просто. Симулирует матч. Резерв? Офигеть просто. Ха. И мы проиграли. Короче, так и должно быть, да? Кто это может быть? Тренер? Собрание же через час, так? Все так. А? Про учебу не забываешь? Да. Это непросто. Да, та еще напряженка. Слушайте, тренер, насчет вчерашнего. Прошу прощения. Скажи мне, Хантер. Имя Денис Дэниелс. Тебе что-то говорит? Играла на чемпионате мира 2011-го. 18 лет, из Детройта. В воздухе лучше всех. Мы ее звали Стена. Должна была стать столпом нашей обороны лет на 10. Уехала домой еще до начала турнира за нарушение режима. Никогда о ней не слышала. Потому что она сок. Делает где-то в Сан-Франциско. Вчера мы хотели убрать тебя из состава команды за спор с тренером. Тебе может показаться, что я с тобой строга. Но это лишь потому, что я вижу твой потенциал. У тебя нереальный талант. Вот почему ты осталась. Спасибо, тренер. Я вас не подведу. И еще одно. Главный тренер хочет, чтобы ты вышла в последней групповой игре. Пан или пропал? Это твой шанс. А список оставил, блядь, бумажку. Спасибо, тренер. Киноляп, блядь, ебать его нахуй, нашли, блядь. Она эту оставила. Бумажку. Вот она лежит. Сбор команды через час. Ага. Продолжай. Понятно, мы за нее поиграем групповой этап до этого, до конца. И тут чемпионат мира по футболу. Три матча всего лишь у них. И четырех команд сделано.
Так, у нас новая одежка, и у нас новая... А, нет, нам предлагают за... играть за самого Хантера. Но это уже будет следующая серия. Да, серия будет 10 минут, даже меньше, может даже 11, нет, будет где-то 11 минут. Очень маленькая, я как говорю, блин, мини, это как сказать, один матч, ой, тренировка, один матч. Ну, матч мы не сыграем, мы симулировали, потому что мы поссорились с тренером. Я так и думаю, что так и будет эта фигня, ситуация, и наша команда проиграла. Нифига себе здесь поворот событий, если мы следующий матч не выиграем, мы фиг пройдем дальше. Нам-то победа в любом случае нужна. Ну ладно, не будем об этом думать. На этой ноте мы остановимся, увидимся в следующей серии. Другие упражнения. Всего удачи вам и пока.